В этом видео рассмотрим межкомнатную дверь «Ампир Люкс» из ели и сосны. Размер полотна 2000 на 600 мм. Толщина 35 мм. В комплект входит только дверное полотно. Короб, ручки, петли, замок и доборы приобретаются отдельно. Межкомнатная дверь «Ампир Люкс» – это полотно с декоративными вставками из стекла и фигурными филенками. Дверь выполнена из деревянных ламелей, склеенных между собой. Так как древесина – это натуральный материал, на двери могут встречаться природные дефекты. Светлые сучки, темные сучки, смоляные карманы, небольшие зашпаклеванные участки, сердцевина и перепады по цвету между ламелями. Перечисленные дефекты не обязательно будут присутствовать на дверном полотне. Но даже если на двери есть дефекты, они образуют естественный рисунок древесины, за который многие покупатели и выбирают деревянную межкомнатную дверь. При желании можно перекрыть природные дефекты декоративным составом. Отметим, дверь «Ампир» полнотелая. Она может расширяться и сужаться от перепадов влажности и температур. Чтобы дверь адаптировалась к условиям окружающей среды, перед установкой ее необходимо выдержать в течение 7-14 дней в месте, где планируется монтаж. Обратите внимание, дверное полотно продается без какого-либо покрытия. Чтобы продлить срок службы двери, рекомендуется обработать ее защитным составом.